В Черкасах уже третий год стоит на месте судебное разбирательство дела об убийстве героя Украины журналиста Василия Сергиенко. Его убили в апреле 2014 года в лесу под Корсунем. Сегодня состоялось очередное заседание. На нем побывал и Станислав Кухарчук. На этом заседании апелляционного суда рассматривают иск прокуратуры об отмене решения первой инстанции по делу убитого героя Украины, журналиста Василия Сергиенко. Гособвинитель рассказывает, рассмотрение дела уже находилось на финальной стадии, когда коллегия судей вдруг признала их обвинительный акт незаконным. До цього суд, цей же самий Сеснівський суд, двічі не бачив підстав для повернення обвинувального акту, а на сьогоднішній день побачив з невідомих для нас причин. Обвиняемых даже на расстоянии защищает армия маститых адвокатов. За их права они борются даже в режиме видеоконференции. Мы видим, что наши беззащитные в металловой клетке находятся, как ты тримался под вартой. Да. Чтобы противоречить 3-й статье конвенции и решению Европейского суда. Выпустив обвиняемых в зал, суд переходит к рассмотрению. Обвинитель требует отменить решение суда первой инстанции и продолжить содержание под стражей. Адвокаты – отпустить их подзащитных под домашний арест. Обвиняемый организатор Вадим Мельник уверяет, что никого из соучастников ранее не знал, а исполнители и вовсе заявляют о жутких пытках. С момента моего затримания до потрапления в СИЗО. Мене постійно катували співробітники УКР. Мені надавався список фамілій, які я повинен був на камеру сказати. Розумієте, про що річ? А это видео следственного эксперимента. Виктор Горбенко и соучастник убийства Воронков в присутствии своих адвокатов и понятых в деталях рассказывают, как похищали и убивали. Скажите, слева направо, кто как сидел на заднем сиденье? Ну, вот так вот сидел Андрей. Там сидел Рома, а здесь сидел Варя. А сам человек, которого они забрали? Они вот так это вот. По-моему, он был лицом на животе. На животе. Да. Наручники были скреплены сзади или спереди? Наручники не были у него скреплены точно, потому что одна рука уже была скреплена. Срок содержания обвиняемых под стражей заканчивается 7 сентября. И если суд не поддержит апелляцию прокуратуры, на деле можно будет поставить крест, уверен друг убитого журналиста. А зараз у них все йде по сценарію Нелі Штепи, коли різними технічними методами добиваються того, щоб не було сформовано складу суду до спливання запобіжного терміну і щоб бандити вийшли на волю суто технічно. После дебатов и совещания судьи выносят вердикт. Отмена решения суда первой инстанции о незаконности обвинительного акта и продление срока содержания под стражей для обвиняемых еще на 30 дней. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интер. Черкасы.